Мальчик, ну-ка присядь телевизора. Пищу помыл? Иди пусть бабушка понюхает у кровати. Ну что, ёжики мои безутешные. Ох, скучно и тяжко жить в каменных джунглях. Да еще запертым в четырех стенах. Ой, у нас-то попустили. Вон, парикмахерские открыли. Пошла себя в порядок, привела. Ну, о джунглях. В больших джунглях жила большая и очень дружная семья слонов. Ну, все как обычно. Мамки, папки, детки, слоны, трудовые будни, праздники, культурный обмен. И тут, по одному хорошему случаю, слонам туземцы подогнали хорошие травки. В общем, слоны уединились в своем слоновнике. А, закрутить-то травку нечем. Не то что рукожопые слоны, так у них... Закрутить-то нечем. Ручки толстые, никак не скрутишь ничего. Ой, сидели-сидели, горевали-горевали. А тут ежик бежит. Ой, здравствуй, ежик. Привет. Ты куда бежишь? Стой, а ну стой, скотина. В общем так, поймали ежика и говорят ему: давай, скрути нам тут, мы тут тебя отблагодарим, как положено. Ну что, ежик делать нечего, добрая душа. Говорит: скручу, ладно, идите, погуляйте. Я тут посижу, поработаю. Пошли слоны по своим делам, возвращаются. Травы нет, ежик в обмороке, подходит, смотрит на него и спрашивает, как те коты из Наташи, знаете? Алло, ежара, а где наша трава? Ежик открыл глазки и говорит: не наезжайте на меня, большие серые облака.